Это фонтан, расположенный в районе областного суда на проспекте Нурсултан-Назарбаев. Объект еще законсервирован, но отвалившаяся плитка портит внешний облик. А это улица Сарайшык, сквер журналистов. Монумент требует капитального ремонта. А кто его будет делать, пока неизвестно. О чем можно сказать, если все отваливается? У нас крыши протекают. Крыши не ремонтируют домов, плитка. Не успели положить, а она уже по Фурманову. Возле Урала-магазина сфотографируйте. Не успели положить, она уже вся обваливается. Красный кирпич вообще никуда не годится. Надо следить за качеством. Во-первых, приезжие, кто приезжает, они в первую очередь по этой улице проходят. Все-таки центр города, я считаю, надо лучше делать. Этот фонтан уже на протяжении, наверное, 5 или даже больше лет не меняется. Как был, так и есть. Там что-то делают, какие-то ремонты, но особо не вкладывают. В городском отделе строительства подчеркнули, что в сквере на набережной реки Урал недоделки будет устранять строительная компания, которая возводила объект. Согласно гарантийных обязательств, ТО «Балашак Т» приступило к устранению замечаний. На сегодняшний день уже восстановлено тротуарное покрытие. Проводятся работы по восстановлению керамических плит. Остальные объекты также будут восстановлены. Сейчас определяется источник финансирования этих работ. Роман Копняев, Айбулат Джигипар, Александр Грабарев, ТДК-42.